Впервые за последние годы в национальной деревне столько чувашских коллективов. Акатуй, свадьба плуга и земли, собрал здесь представителей Челябинской, Свердловской, Оренбургской областей, а главное, конечно же, чувашии. Цель нашего визита сегодня на праздник всечувашский Оренбургский Акатуй – это принято решением главы Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева, где компактно проживают чуваши, мы посещаем эти регионы. В данном случае наш Батырский район сегодня в составе 35 человек, трудовые коллективы и народные художественные коллективы приехали, значит, ознакомиться, посмотреть, чем же живут наши оренбургские земляки. Дворная площадь национальной деревни вот такой и была весь вечер. И пусть для кого-то звучавший язык был непонятен на слух, зато понятен душе. А как готовились к празднику, пусть чуваши расскажут сами. В этом году у нас создалась новая группа «Тандыш-сын». Это мы только первоначальная наша работа. Сами вот эти костюмы шили, всю зиму готовились вот к этому празднику. Ну что же, за сохранение своей культуры радеет чувашский народ. И это правильно. Чем мощнее наши исторические корни, тем прочнее становится будущее – как страны, так и Оренбургской области. Видят люди, как живут чуваши, чем живут, что поют, что кушают, какими народными промыслами богаты. Ну и только радость испытываем от таких праздников. Светлана Кабанова, Роман Боричев. Новости дня.